Эту встречу экологи провели с представителями учреждений и предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории Ленинского района. Тема форума определено экологическое нормирование, которое включает в себя такие вопросы, как разрешение на выбросы, разрешение на сбросы, лимиты на водопользование, лимиты на отходы. То есть то, что предприятие, те документы, которые должны быть на предприятии, и предприятие должно их соблюдать, их нормативы. На форум пришли сотрудники 15 хозяйствующих субъектов района. Любой из присутствующих мог задать вопрос специалистам Министерства экологии и природопользования Московской области и Департамента Росприроднадзора. Обсудили проблемы, касающиеся лимитов водопользования, то есть предельно допустимых объемов сброса сточных вод. Нормативы санитарно-защитных зон, в том числе для промышленных объектов, очистных сооружений, хозяйственно-бытовой канализации. Негативные события, которые возникают так или иначе по тем или иным вопросам, это, конечно же, вот был в последнее время ситуация на реке Купельника, говорит о том, что есть некое недопонимание, как действуют те или иные органы, выдавая согласование на выбросы, согласование на сбросы, утверждая нормативы, какими документами руководствуются, принимая то или иное решение. Также в этот день за личный вклад в дело охраны окружающей среды Ленинского района награждали работников различных предприятий и организаций.